По факту убийства, совершенного в выходные в центре Кызылорды, ведется расследование. Как сообщил начальник ДВД области Кайрат Мухитов на брифинге, на сегодня следствие отрабатывает несколько версий. Букихана напротив заправочной станции «Гелиус» было совершено особо тяжкое преступление, убийство. Значит, своевременно все наши снаряды выехали. Сейчас проводится расследование по данному факту. Есть несколько версий. Пока я, значит, об этом говорить не могу. Так что все меры принимаются, усилены наряды. Вместе с тем, чтобы предотвратить данное виде преступления, моим приказом со вчерашнего понедельника по городу объявлен оперативный процесс мероприятий «Правопорядок». Усилены наряды в ночное время производят, значит, досмотр подозрительных лиц и подозрительных машин с целью выявления, значит, незаконных предметов и оружия. В целом, с начала года в регионе зарегистрировано 4850 уголовных правонарушений. То есть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, есть снижение уровня преступности на 17%. По словам главного полицейского, с точки зрения криминогенной ситуации, область остается одной из безопасных по республике.